Всем хай, хай! Простите, пожалуйста. Всем привет, с вами Чайка, и я сегодня буду вести этот выпуск вместо Юджина, потому что уверен, что со мной этот выпуск станет по-настоящему золотом. И в отличие от стилистики Юджина вести выпуск, и я говорю про этот позорный и постыдный экспромт, я планирую по-настоящему подойти к делу с умом и напишу сценарий. Прямо сейчас начну это делать. Так, мне нужно перо. Вот я как раз снес пару перьев. Да, чайки несут перья, не яйца, будьте уверены. Итак, эта история берет свое начало с... Рыба! Ловись! Хорош! Кстати говоря, я вроде бы ставил мясо. Оно сделалось? Мясо? Ты где мясо? О, нет, мясо! Оно исчезло! Вот мясо! А вот рыба. Что готовить первым? Доску приготовлю! Ладно. Конечно же, рыбу. Благо тут еда не тухнет. Мистер Скумбрия, вы там долго, а? Подожди, Евгений, я еще не прожарился с другой стороны. Но мне очень надо, слышишь, как живот бурлит? И терпение, Евгений, я сейчас. Я почти все, я почти что отжаренный. Я готов, Евгений, можете меня кушать. Скорее, кушать! О, как ты сытно меня накушала. Но этого как-то мало, давайте вот это. Прям мясо надо жарить. Я бы поставил второй гриль. Че я мелочусь? Второй гриль, иди сюда. Кто меня звал? Я тебя звал. Иди сюда. Сразу два куска мяса пусть делают. Один, второй, готовься. Только поел, сразу сильно захотел пить. Это бесконечный процесс, вообще жизнь тупо устроена. Надо постоянно что-то делать. И просто делать это все, лишь бы не сдохнуть. Ну какого фига? Кому нужна вообще такая жизнь? Точно не мне. Поэтому я прямо сейчас закалю себя этим мягким фломастером. Надеюсь, у меня получится. А, черт, чайка. Чайка отвлекла меня. Две чайки, атака чаек. Остров, я прям на него плыву. Я бы, конечно, себя убил сейчас. Чайка не дала, дурацкая чайка. Думаю только о себе. Чуть-чуть левее парус, и мы прямо упремся в остров. Опять какой-то маленький. Когда же будут крутые острова? Как в Лосте, прям, с магическими явлениями, с охранной системой в виде дыма черного. Анекдот первый, от Данбара. Девушка, а вы кто по гороскопу? Рыба, а вы рыбак. Подкат засчитан. Еще два анекдота будут в видосе. Хотите их услышать? Смотрите до конца. Все, мы пришвартовались. Я бы на самом деле сделал еще одно хранилище, если мне игра позволит. Но только если позволит, она позволила. Вот сюда поставим. Надо сложить все барахло. Пальмочку одну срубил. Осталась еще одна и все. Вот на что способен этот остров. Вот что он может нам дать. Просто кошмар какой-то. Бедный нищебродский остров. Я достоин большего. И не надо мне тут свои арбузы подсовывать. Я, конечно, возьму их, но я недоволен. Ладно, смотрите, здесь акулы как-то нету и не видно. Давайте попробуем аккуратненько. Аккуратненько. Да, блин. О! Куснуло! Ох ты, тварь. Ладно, здесь металла слишком мало. О, стихи. Стихи неожиданные, всегда приятно. Нет! Нет! Вот это всегда неприятно. Уйди! Вот последний удар. Последний удар акули. Вот. Все, отпугнули. Пошла лечить свою рожу. Ненавижу эту тварь. Какая же тварь. Надо же такой тварью быть. А это что такое? О. Выглядит, как будто бы это рукотворное, да? Как будто это человек сделал. Но мне-то пофигу. Я тут не исследователь, а выживальщик, понимаете? Это разные вещи. Э! Почему вы парно нападаете? Парни, вы должны как-то помогать друг другу, взаимовыручкой. Вы знаете, что именно поэтому род пугала находится на грани вымирания, потому что они не кооперируются друг с другом, не помогают. Давайте, улыбнитесь. Вы уже это сделали, молодцы. Улыбнитесь во все зубы, и вы это тоже уже сделали. И смотрите друг другу в глаза, что вы тоже уже делаете. Кажется, у вас... больше нету рук. Той самой рук, у которого есть крюк. Разворачиваемся. Нет. Вот сюда. Продолжаем движение, как мы продолжали движение. Вот сюда. А то мы по кругу, мне кажется, ходим. Я вот прекрасно помню, что я уже видел эту рябь водную. Мне кажется, я хожу по кругу. Кстати, нам бы надо как-то, не знаю, расширять наш плод. Чего нам не хватает? Пластика. Вот у нас самая большая проблема. Нет пластика, это дефицит. Точно нигде нету? Вообще нигде. Вот, 4 только. И это, я вам скажу, дерьма кусок. Это не ресурс. Это так, поржать. А может быть это ресурсы акулы, и она бесится, что я их краду нагло. В целом человек так и делает. Но это то, что делает человек, понимаете? Человек крадет ресурсы для себя. Ой. А акула хавает человека. Вот это то, что она делает. Собственно, мы все занимаемся просто своей работой. А значит, должны понимать друг друга. Поэтому, акула, когда я тебя наваляю в очередной раз и сожру твое мясо на глазах у твоей семьи, которая, конечно же, вырастет и потом начнет меня докапывать. Я не понимаю, ты что, не слушаешь мой рассказ? Не отвлекай меня. Так вот, ты должна будешь понять это.
понять и простить. Я слышу. Я знаю, что это ты, Чайка. Я знаю, что ты долбишь моего друга, единственного. И это точно не ты, чувак. Да, согласись, да, он ублюдок. Ублюдок. Смотри, на него стоит. Смотри, какой стоит ублюдок, да? Давай поржем над ним вместе. Ой, подожди, нет времени. Пластик. Итак, на чем остановились? Ублюдок. Ублюдок, ублюдок, смотри, ублюдок. Ублюдок. Ублюдок, вонючий ублюдок. Надо запить свою горечь. Чайка, привет. Может быть, ты поведешь за меня выпуск, а то что-то настроения нету. Нет проблем. Итак, теперь вы увидите, как Чайки решают вопросы. В любой непонятной ситуации бросай все, бери в руки удочку и лови рыбу. Сиди, жди, пока рыба поймается. Это важно. Сзади остров, полезные ресурсы, но рыбу мы еще не поймали, а значит, не можем отвлекаться. Морской лещ — хрень. Продолжаем ловить рыбу. Это даже рыбой назвать сложно. Да я лучше сожру эту снасть. Итак. Ой, уронил коробку с рыбой. Нет. Это могла быть хорошая рыба. Мы не можем без хорошей рыбы. Продолжаем ее ловить. Ждем. О, тянем. Нет. Что? Смотрим, как мои друзья развлекаются с манекенами? Просто радуемся за них и не смотрим. Чтобы не смущать. Так, короче, Чайка, ты бесполезная. Все, уйдите все. Собственно, мы хотели расширять, кажется, наш плот ловушками. Есть. Давайте прямо ее вот сюда пихнем, вот так. Но это еще не все, мы сделаем больше ловушек. Изготовить. Поставить, я не знаю, вот, например, вот сюда. Раз, два, три. Как здорово. Немного сумбурник у меня все устроено, здесь я прям это вижу, но ничего не поделать. Кстати, у меня была мысль, точнее, вопрос, эксперимент. Помните, я говорил, что я не ученый-выживальщик? Ну, теперь забудьте об этом, потому что теперь я ученый. Экспериментатор. Теоретик. Мой эксперимент, он был такой, следующий. Хоп, хоп, хоп. Допустим, вот так. Давайте посмотрим, что это все значит. Что мы сделали? Чего мы добились в этой жизни? Что это такое? Что за ограждение? Нахрен оно нужно? Что если вот, вот эту часть убрать? Плот, как будет? Вот что с этим плотом произойдет? О, можно! Эксперимент состоялся! А, смотрите, он плывет вместе с нами. Прям вообще плывет вместе с нами. Походу, он совсем прям плывет. Узнаем об этом, когда доплывем до острова. Мне уже, блин, нужны новые открытия, понимаете? Новые. Я знаю, что нужно. Надо просто поставить пугало вот здесь для чайкиных утех. И они не будут трогать остальные пугало. Вот такой у меня план. Вот стой здесь и развлекай. Слышу! Слышу, куда? Ой, пугало! Это пугало не для тебя! Не для тебя! Не для тебя! Получай, что ли? Да это я тебя. Да я уже вообще не боюсь. Ну давай. Давай. Смотрите, она даже повернуться не может. А, сраку, спорол. Спорол, сраку. Ну-ка, давай, плыви сюда. Плыви сюда, говно кусок. Я вижу, как ты вся в шрамах. Ты устала, ты запыхалась. Ты тяжело дышишь. Под водой. Да, ты даже не хочешь подходить. Показал, кто здесь хищник. А, давай. Давай, давай, давай. Ой, не получилось, да? Не получилось. Ну что, моторчик уже не тот, да, что раньше? О! Блин, ну ладно, здесь это 1-0, 1-1. Она чарджнула на меня. На! На! Ну, плыви сюда! Я с тобой разберусь, блин. Кажется, она со мной разберется. Давай. Ну, пырнуть. Не могу. Убьет. Скорее, сваливаем. Все. Ой, сейчас бы сдох. Ой, сейчас бы сдох. Стамина подвела. Пришло время анекдотика. Official Orbit говорит смешную шутку. Две соседки по даче. Одна спрашивает другую. Маша, а ты почему пугало в огород не ставишь? А зачем? Я сама целый день в огороде. Слышала, пугало? Это про тебя анекдот. Ха! Кажется, мы вроде как стоим. Стоим на месте, все хорошо. Пойдемте добывать нам полезные ресурсы. Это можно добыть? Нет. Эти острова какие-то странные, как будто это все муляж. Как будто мы в игре. Евгений, не говорите глупости. Опс, что-то там у нас уже места не хватает. Для манго не хватает места. Май, прости, манго. Последнюю пальму собираем. И отправляемся в дальний путь. Ой, а где наш плот? Он решил по-своему, да, сделать? Он такой, я пошел ты в жопу, Евгений. Я сваливаю отсюда. Блин. Стой, 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 стой. Бросить. Как-то так, стоять. Блин, у меня хелсы очень мало. Но я смогу, я смогу. Слышите, где-нибудь она есть? Это тварь. Нету.
Мне понравилось, как плод взял и поплыл. Ладно, здесь становится уже очень страшно, темно. Я что-то все, домой. А, нет, долбит. Сдолбило! Сдолбило все! Блин, еще и ты нападаешь. Вынесли головы нашим друзьям. Это ты сделала, да? Ты заодно с ними была? Получай! Ладно, ты остался у нас еще один для утех. Пожалуйста, сделай так, чтобы ты не потерял голову прямо сразу, хорошо? А этих, пожалуй, мы... Ой! А, ты труп! Я даже не подумал. Я даже и не заметил. Я думал, акула начала летать. Я не могу взять чертово акулье мясо. Надо что-то выкинуть. Скорее. Вот. Мы идем вперед. Давай, пугало, помассируй тебе плечи. Ты будешь нашим капитаном. Ведь ты очень уверенный взгляд имеешь. У тебя есть вот эта капитанская жилка, понимаешь? Капитанская жижа внутри тебя. Это особая жижа, которая делает из тебя капитана. Кто? Где? Где? Клюет мой урожай! Тварь. Ладно, ребят, я ваши трупики, пожалуй, разберу. И сделаю одного, но такого накачанного пугала. Накачанный пугало. Ой, блин. Ой, ой. Ой, как это так? В ловушке запутался. А, фак. А, фак. Фак, 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 фак. Все. Фу. Итак, простите. Заминочка. Накачанный пугало, вставай. Смотрите, какой он накачанный, вообще молодец. Может быть, нам стоит сделать фонарь? От какого электричества он будет питаться, мне интересно. Неважно, возле гамака поставлю. Ай, блин, как прикольно. Остров впереди, но он опять такой скучный. Где вот этот новый контент, обещанный игрой? Где он? Может быть, это не пальмовые листья? Может быть, они какие-то новые, дизайнерские? Может быть, ты новый контент, а? Вот тебе в лицо говно кусок. Вот сюда давайте якорь впихнем. Стой здесь. Сейчас ты упрешься в остров. И надеюсь, в принципе, есть вероятность, что он даже не поплывет никуда. Поскольку вот эта конструкция создана для того, чтобы застревать. И, кстати говоря, эксперимент удался. Этот плод приотачен. Мы можем делать несколько разных секций. Это будут, знаете, такие островки плавучие. Нет, я слышу боль. Боль и страдания. Боль и страдания. Прости, пугало. Я не дам тебя в обиду. Но ты хотя бы тут сам должен делать. Ты же у нас качок. Цветы? О, цветы, прикольно. Погодите, а чё? Блин! Взяли, отплыли. Стой, стой, стой! Давай, пожалуйста. Остановись! Все, мы остановились. О, боже мой, как далеко. Ладно, она того стоит. Поплыли, быстрей. Будем пырять. Акулу будем пырять, если что. О, блин, она уже здесь. Смотрите, что-то новенькое. Что-то новенькое, неизученное, неизведанное. Любой ценой. Железная руда. Было. Зря потратили просто время. И силы. И жизненную энергию. О, боль. Боль. Просто так. Ненавижу. Скорей. Скорей. Ух, выпрыгнул как. Окей, давайте добудем здесь все. Походу, этот остров вообще не стоил того. Нет. Нет. Ой, боль. Ой, боль. Нет. Боли не было. Повезло. Я не понимаю, почему все эти острова такие, сволочь, блин, скучные. Они все одинаковые. Я уже видел вас. Где же новый контент? Плот! Прямо впереди. Какое чудо, какое... Ой, что это? Я испугался. Слышу, слышу. Прям вибрации почувствовал, как ты решила напасть. Ну-ка, стой. Это ты. На! О, я пырнул ее. Я пырнул эту мразь. Их можно прыгнуть? Или стоп, я прыгнул тебя. Нет, это не тебя прыгнул. Смотрите, она ведь хромает в воздухе. Такая. Больно, Джонни. Джонни, мне больно. Мне плевать. Мы, чайки, друг друга ненавидим. И то верно. Да я бы не позволил твоим грязным рукам прикасаться ко мне, чтобы лечить. У нас есть место. Вполне себе. Вполне себе. Какой-то стол. Походу набрал что-то... Шарнир. Неужели я могу сейчас изучить шарнир и делать шарнир? Он изучен. Из чего делается шарнир? Из железного слитка. Но как мне его сделать? О, посмотрите. Сок лианы. Изучить. Что-то мы можем теперь. Мы можем делать пустую бутылку из воды. Ласты. Лук. Сачок. Я не могу в это поверить. Сачок. Болт нужен для этого. Сок лианы. Всего этого у меня просто нету. Но ласты-то мы можем сделать. Сок водорослей, сок лианы и... Веревка. Ну, веревки-то у нас полно. Мы что-то хотели, по-моему, себе построить. Что-то из шарнира, возможно. Огромное хранилище есть. Огромное хранилище мы хотели сделать. Вперед! Однако теперь большущее хранилище скорее поставить. Ой, там будет много места, кажется. О, даже не знаю. Давайте будем здесь запасы ресурсов хранить. Остров? Все.
зафиксировались. Что прикольненького здесь есть? Я надеюсь, что-нибудь есть. Ну, как обычно, просто пальмы. Арбузики, снова пальмы и ананасы. И все. Я думаю, нам надо просто верить в самое лучшее. И спокойно отправляться дальше в путь. Разворачивай парус. В сторону ресурсов. В сторону светлого будущего. Вперед. Навстречу приключениям. Ах ты акула, ах ты тварь, испортила пафосный момент. Жри, жри. Ненавижу тебя. Я новый сделаю, я не могу сделать. Да блин. Вот, теперь могу. Ну так вот, навстречу приключения. И, конечно же, анекдотик напоследок. От Авиларко Пец. Собирается мужик на рыбалку. Жена ему: дорогой, не забудь удочку. Да ну ее, еще потеряю. Что ж, вот таким вот комедийным алмазиком мы закончим этот выпуск. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, пишите комментарии, пишите ваши анекдоты, если хотите попасть в следующий выпуск. Пишите все, что хотите, я буду читать и угорать от ваших шуток. И, конечно же, не забывайте про все мои соцсети, в которые вам нужно вступить, чтобы стать в доску своими. И это все будет в описании, конечно же, для вас специально. Я вот собрал описание, очень удобно сделал и по всем пунктам все расписал. Заходите, увидите, кайфанете, не пожалеете. С вами был Юджин, и всем пять!